Прошу. Меня очень интересует вот наплывы кожи, но здесь-то почти не видно, вот эти вот наплывы кожи, когда, например, 12-я стоит, а все... Ясно, вот теперь смотрите, вот подвигайте кожу здесь, 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 и возле 12-го ребра она практически не двигается. Так вот, когда у нас лопатка опускается вниз, кожа тоже едет, она нависает, но на 12-м ребре она не едет, поэтому складка получается. Когда вы ставите лопатку наверх, то здесь складка уходит. Это всегда связано именно с положением лопатки. То есть работать с лопаткой? Да.